Всем привет! Вы на канале «Семья Фетистовых». И сейчас активно используем шапки, зима, холодно. И чтобы упростить себе работу, я придумала такую штуку. Не знаю, конечно, я не первопроходец в этом деле. Ну, может быть, кто-то еще не догадался, и надеюсь, мой совет будет полезен. Чтобы постоянно не завязывать шапки, я использую такие фиксаторы. Конечно, лучше подобрать по цвету, но у меня какие дома были, может быть, от старых вещей, я использовала. Если есть возможность, можно по цвету подбирать, либо просто взять прозрачные. И таким образом ребенок вас не будет постоянно дергать, просить завязать шапку. Просто берем и затягиваем. Удобнее всего, когда два отверстия есть. Есть фиксаторы с одним отверстием, но веревочки туда неудобно помещать, и довольно-таки туго идет процесс. Если нет под рукой фиксатора, но срочно надо сделать, захотелось, есть еще у меня вот такая была в шкатулке, это ограничитель. То есть затягивается тоже неплохо. На концах тоже ограничитель, но они по другому принципу, они так защелкиваются. Тоже можно вот фиксаторы использовать для шнурков. Если еще рано ребенка обучать завязывать шнурки, тоже можно сделать ограничитель и на концах вот такие фиксаторы. Очень удобно, упрощает жизнь мамочкам. Все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было полезно. Даша хочет пчелку показать. Твоя любимая пчелка? Ага.